Все произошло ночью в минувший вторник в ювелирном отделе «Аквамарин» на проспекте Мира, 33. Двое злоумышленников, взломав дверь в магазин и разбив витрины, обчистили лотки с драгоценностями. Добычей воришек стали золотые цепи и браслеты на общую сумму почти в 5 миллионов рублей. На все про все у похитителей ушло чуть больше 30 секунд. Установлено, что члены преступной группы действовали, будучи подготовленными, в автомобиле которых была специальная обувь, одежда, инструменты для совершения краж. То есть там были молотки, кувалды, монтажки. Несмотря на то, что воры работали в масках, уже к концу дня сотрудники уголовного розыска установили их личности. Похитителями оказались двое безработных жителей Кировской области – 29 и 36 лет. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас котловские полицейские проверяют задержанных злоумышленников на причастность к другим подобным преступлениям, которые были зарегистрированы в Костромской, Кировской и Московской областях.